за всякого же зрізання волосся, по-перше, звертайтесь до Велеса. Коли же ви йдете шляхом мудрості, то до повластія. Коли ж вас нема матеріальних желаній, то до мене. Зрізають волосся. За всякого зрізання волосся, по-перше, звертайтесь до Велеса. Що не мій вибачення? То есть просто людини при любом обрізанні волосся произносили молитву ту или иную к Велесу. Почему? Велес – бог атмосферы. И наши биологические антенны волосы в первую очередь связываются с богом атмосферы. Он ближе всех. Это как такая единая энергосистема получается. Но если человек желает не просто с природным богом, который здесь руководит всем, а с богом знаний, великим святым, который является практически богом, то тогда к нему. А если человеку уже не надо ни материальное, ни знание, а нужен Всевышнее духовное развитие, тогда к нему. Просто определиться, что нам нужно, и вперед. За всякое уже зрезание волос. Конечно. Ага, то есть при этом. Потому что при обрезании волоса, кончик волоса, а следовательно и сам волос, калибруется на те волны, которые там присутствуют. Ну, это, я думаю, тема для разговора более обширная, как бы. Потому что, ну, ты говоришь, антенны связи с богами, волосы, антенны связи с богами и так далее. Тут, давай сейчас скоротим это дело. Хорошо. Зрізане же волосся отдайте огню и вітру, але не землі и воді, інакше не то есть, чтобы не было, допустим, связи с низшими тонкими существами, которые через часть твоего тела будут связываться с тобой, в воде всякие там существа, в земле и так далее. Речь идет о тонких телах. О тонкоматериальных сущностях. Там в воде куча водяных всегда возится, в земле свои всякие живности. А в огне чистые существа. И они все со Всевышним напрямую. Поэтому в огню, чтобы огонь ликвидировал, и ветер просто раздует пепел. Все хорошо. Інакше не піднять вам над матерією і не скинути вам окові невідства свого. Отдавши зрізане волосся огню, по-перше, славте 36 богів агоневих. Ну от. А по 7 богів вітру і небес. Ну вот. Есть славление? Есть. Да. Хорошо.